Ну что же, всем безудержный привет. Как я и обещала, сегодня мы поедем смотреть собачек какой-то интересной новой породы. У нас уже, наверное, 12 дня. Мы покушали, выпили кофе и уже готовы отправляться. Но сначала я хочу вам показать, какой там у мамы огородик. Точнее, это мама хочет показать, что она там уже насадила. Вот, они как месяц назад переехали. Я надеюсь, сегодня мама что-то расскажет, маленькую предысторийку. Как они переехали, за сколько они купили дом и так далее. Уже в прошлом влоге, вчера, уже просто не было сил, уже потемнело. Мы так устали вчера носиться. Вот. И уже когда пошли коктейльчики, уже все, мы уже совсем расслабились, совсем уже ушли в отдых. У меня тут, кстати, нарисовывается некое путешествие в штат Теннесси. Возможно, я еще думаю. Потому что нужно будет поехать на 2-3 дня и оставить котенка, кота. В принципе, мама Анжелы может приезжать там смотреть. Вот. Я еще думаю, 1 июля, может быть, я тоже поеду со своими родителями. Они поедут там, какая-то программа. Я думаю, если я поеду, я вам расскажу. Они вам расскажут, куда они там собрались. Вот. Но я очень хочу поехать, но все будет зависеть от того, сколько у меня будет работы. Вот. Хотя очень хочу поехать что-то поснимать новенькое. Там город Чаттануга, там много чего интересного, музеи, аквариумы. Вот, аквариумы. И в целом исторический довольно город. Так что что? Погнали смотреть мамины огороды, что она там насадила. Не сказала, что мою маму зовут Ирина. Вот. Да. Ну что ж, мама переехала сюда, купила дом месяц назад. И у нее уже появился маленький огородик. Это всего лишь месяц прошел, а огородик уже вот вырос. Значит, огородик выглядит мой вот так. Это называется, это июньский жучок летает. Угу. Проходи, показывай. Это называется по-английски raised beds. Это как приподнятые грядки. Угу. Потому что, вот сними, пожалуйста, какая земля. Глина. То есть земля красная, тяжелейшая глина. То есть кое-что тут, какие-то деревья, что-то тут растет. Ну, в принципе, огород вырастет на такой глине довольно сомнительно. Поэтому мы решили сделать грядки. Значит, вот эти у нас первые грядочки. То есть, подождите, я перебью. Вы понимаете, что нужно землю тут покупать? Да, а расскажи, да. Сколько стоит? Доски нужно покупать. У нас где-то, наверное, 120-150 долларов, по-моему, вот эта грядка обошлась. Угу. Землёй совсем, земля, да? Вот эта щепа сверху, чтобы не пересыхала, потому что, ну, вы понимаете, 30. 90 градусов жары, да? Да, там больше 30 градусов жары. Вот, досточки эти тоже, все нужно купить, все гвоздики. И здесь разные виды почвы. О, один уже готов почти. Да. Здесь разные виды почвы, ой, то есть это называется topsoil. Это землю, которую вот экскаватором сняли верхнюю. То есть считается, мне ничего полезного нет. Вот topsoil, потом компост, потом огородная земля. И все это отдельно продается в мешочках. Мы потом покажем мешочки землей. Вот, значит, эти помидорки мы покупали рассаду где-то 4-5 долларов за кустик. То есть огород — это такое здесь увлечение. Да, это так дорогое себе удовольствие. Дорогое. Укропчик там 2-3 доллара. Вот. Почему-то на этой грядке что-то у меня не очень хорошо растет. Ну, это первый раз. Это мой первый американский. Может, ты поздно огородик посадила? В июне. Не знаю, то есть мы ездили отдыхать в Мексику, все немножко подсохло, вот теперь оно потихоньку восстанавливает. А вот этот кустик, кстати, он рос у меня, ему уже, не знаю, может, полгода. Это который у тебя дома это рос? Это рос у меня в гидропонном огородике. Вы знаете, на Амазоне или где-то у вас, может быть, можно купить гидропонный садик. То есть это такая коробочка, в ней сверху плоская такая лампа, внизу наливается раствор, жидкость удобрения, и ты можешь сажать салатики, помидорки. И вот там росли мои все эти вот помидорки. И потом мы сюда переехали, я решила попробовать, а как они, приживутся ли они вообще в земле. И вот видите, и на солнце. Вот,
А эти помидорки я вырастила. Та-дам! Из зернышек черри томатов. А вон я вижу один уже красненький. Да, да, да. То есть я сама их вырастила из зернышек и сама посадила. Вот тут тоже растут. Угу. Вот малыши. Да, круто. Вот. А здесь тоже вот укропчик. Красивенький. Угу. Нас ешь. Попробуй. Органик укропчик. It's organic. Органик, да. Это огурчики у меня. Вот. Вот здесь есть маленькие огурчики. Вот, видишь? Вот, вот, вот. Вот один огурчик маленький. И вот второй. Они растут. А это я подсадила буквально неделю назад. Они уже повыскакивали. То есть здесь на самом деле в Южной Каролине можно вообще круглый год выращивать растения. Даже зимой здесь нет особо морозов, либо только они бывают но маленькие раз в 3 года. Вот. И поэтому здесь даже я слышала, я не знаю, я попробую, капусту сажают в начале сентября, в августе. Мама, как красиво ваш дом смотрится на фоне гор. Конечно. Вот тут петрушечка, здесь мучаются баклажанчики. Мучаются. Мне их еще в Эшвилле соседка моя американка дала. И они у меня месяц стояли в коробочке, поэтому они не смогли как-то восстановиться. Но, тем не менее, один маленький баклажанчик все-таки у меня есть. Вот он. В общем, я посадила уже новые баклажанчики здесь. Посмотрим, если те новые вырастут. Перчик. Посмотрите, какая красота. Да. А это арбузик. Это арбузик здесь. Вот. Вот такой у меня маленький огородик. И персик. Ого. Вот это маленький персик. Расскажи, за сколько вы купили этот потрясающий свой первый дом? Мы купили за 280 тысяч. 280. Да, домику 2 года. Угу. Вот, то есть это практически новый домик. Когда я зашла, я увидела там очень интересную планировку. Он сделал так как-то по-особенному, нестандартное что-то. Он меня впечатлил. Конечно, вид на горы. Угу. Да, мама и очень пока любит мы горы. Дом смотрели, зазвонили колокола в церкви. Да. Я восприняла это как благословение. Вот, и поэтому что-то ёкнуло. Ну, внутри мы покажем когда-нибудь, когда вы уже купите всю мебель, угу, когда там да, уже все да, будет красиво. Хорошо. Смотрите, голубика настоящая. Да. Я могу прям сорвать и скушать. Да, да. Обалдеть, я у себя хочу посадить голубику. 100%. Да, посади. А чего, они продаются в Walmart'е? Да. Да, они очень дорого выглядят. Мешочки с землей. Для тех, кто не знает, мы покупаем. Вот это garden soil, то есть это огородная земля. Блин, я не помню, сколько она стоит. $3-4, по-моему, мешок. За пакетик? Да. За мешок? Да. Еще не по-божески. Вот это по-английски mulch. Мульч, да? Угу. По-моему, по-русски так. Как-то. Мульч, да. И я все время говорила, так, нам надо купить мальчика. Мальчика? Мальчика? Мальчика надо больше. Вот, это щепа, кора, деревья. И здесь ей очень часто подсыпают приствольные круги, потому что очень жарко, и чтобы не испарялась влага, и чтобы не росли сорняки. Понятно. Так, что еще у нас? Вот еще у нас мальчик. Вот, тоже все в пределах, вы знаете, от $2. До 7 даже. Uh-huh. Okay. Так, вот это у нас компост. Сразу. Вот, то есть это вот то, что уже перегнило. Где-то это тоже в ямах хранят, делают, производится. Вот он, по-моему, до $7 стоит. Окей. Вот. Okay. Так что вот будете так знать, вот, да, как в Америке огороды такое, делают. Да, дорогое удовольствие. Так, знаете, как фан, как хобби. Uh-huh. Так расскажи, где ты работала в Эшвилле? Я работала в медицинской лаборатории. Дженова называется. Как medical lab technician по-английски. Но так, я не знаю, у нас на самом деле нет аналога этому названию, потому что лаборант у нас это кто-то, кто берет там кровь, это, по-моему, могут быть без образования. Здесь нужно закончить 2 года. Я заканчивала 2-годичную программу в колледже в американском. Но ты больше 2 лет училась? Да, потому что первый год я брала пререквизиты, то есть общие предметы. А потом я уже сдала экзамен. Экзамен был очень тяжелый, он длился, ну, я не помню, 1.5 или 2 часа. И там было определенное количество вопросов. И это было на время.
подумать нет возможности. И в конце на английский язык был экзамен, сочинение на вольную тему. Прикиньте. Угу. Вот, я год только в Америке. И мне сочинение на вольную тему минимум 300 слов, то есть это 2-3 абзаца, ты что-то там должен накидать на время. Вот. Ну, я справилась успешно, меня приняли на эту программу. Учиться было очень тяжело, очень тяжело. То есть я училась практически всю мою жизнь, но это было самое тяжелое. Угу. Вот. Ну, я закончила, и потом через некоторое время... после окончания еще нужно сдать Board Certification Exam. Это всеамериканский экзамен по всем предметам, которые ты изучал. И что меня впечатлило, когда ты регистрируешься, оплачиваешь, конечно, это, по-моему, $300 стоило, приходишь туда. Очень интересная была фишка, я такого никогда не видела. Когда ты приходишь и говоришь, вот я явилась на этот экзамен, то есть чтобы подтвердить, что я теперь лицензированный лаб-тек, как называется здесь. Ты ложишь руку, и они делают сканирование твоих вен на ладошке. И это остается, наверное, у них как отпечаток пальцев. Ничего или что-то себе. Типа такого. Да, я никогда такого не видела. Так положи руку, он все просвечивает. Вау. Вот. Ну, хорошо, я... голову не просвечивали. Да. Было очень страшно, очень тяжело. Ну, хорошо, я тоже сдала этот экзамен. Вот, наши девчонки рулят. И, по-моему, ты еще здесь учишься. Дипломом каким-то там особенным. Да, да. То есть это очень высокий скор. И у меня был GPA очень высокий. Ну, короче, по-нашему у тебя красный диплом был. Что-то такое, да? Практически, угу. Да, да. То есть я не могу сказать, что прямо так. Ну, короче, отличилась. Да, да, да. Одна из лучших. И у нас в программу пришло 11 девочек. Закончила 5. И я одна из них. Угу. Вот, то есть многие американцы не выдержали просто этой программы. Все, они не смогли, они не прошли. Угу. Вот. Многие в 20 лет и в 30 такое, знаешь, не это. Да. Не выдержат. Да. Я тобой горжусь, молодец. Да. То есть я в 44 поступила. Угу. Закончила. Да. Я бы точно тут не выучилась, я знаю, у меня нет усидчивости, я не смогла бы. Экзамены для меня такой просто, стресс просто. Да, здесь если хочешь учиться, то отложи всю свою жизнь на 2-3, там на сколько лет. Да. Вот. Я не знаю про другие программы, медицина такая. Вот с кем я с девочками общалась, кто учился, медики здесь заканчивали, горькими слезами плакали. Потому что если ты не зубришь день и ночь, ты просто ты не сдашь экзамены. А экзамены каждую неделю, каждые 2 недели. Потом там через день, то есть экзамен. Не так, как у нас, ты там четверть закончил и 3 экзамена. Mm-hmm. Нифига. То есть экзаменами они просто замучивают. Я свидетель. Каждую неделю и по несколько. Да, да. Ну, то есть было тяжело. Mm-hmm. Ну, вот я закончила, потом я нашла работу. Вот, я работала в департаменте хроматографии. Вот, не будем углубляться, что это такое. Вот. Ну, в общем, я работала с машинами, с компьютерами в лаборатории. Вот так. Потом мы уже купили дом, я уволилась, переехала. Пока вот пока я что между на отдыхе. Работами. Да, да, между работами. Сейчас определимся, что тут и как, и я начинаю дальше искать работу. Может, ты продолжишь это свой YouTube-канал и будешь работать на YouTube? А можно я упомяну ваших гринчиков? Ну, упомяни. Если вдруг кто-то помнит, у моих родителей был канал, он и сейчас есть, Гринчики, вот это они. И я все их уговариваю, ну продолжите канал. Просто мама училась, было много работы, Илья тоже работал. И, в общем, забросили канал. Ну как вам не стыдно, у вас там 13 тысяч подписчиков. Да, мы начали его, вообще началось... того, как мы выиграли. Да, грин-карт. Да, и я такая подумала, боже, ну это так интересно, мы стольких ребят смотрели, кто переезжал из Беларуси, мы вот в частности из Жодина, вот, в Америку, и я сама смотрела, и я мужу предложила, говорю, слушай, ну так интересно, давай заведем канал. И я уже имя придумала, говорю, ну грин-карта, гринчики. Ну да, и вас в городах узнавали тут в Америке, ты говорила. Многие люди считали, что это наша фамилия. Гринчики.
Честь, я думаю, вы продолжите в какой-то момент, вернетесь, да, на канал. Да, возможно. У нас многие тоже как ты отучилась, Ирина, ну там напиши, как, ну так интересно, не так много наших людей, кто выучился в Америке, нашел работу, работает, я проходила интервью, я как бы уже эту тему знаю. Мы с Ильей засветились на канале у Анны Малибу, кто смотрит, и Илью, она человека три или четыре, не она, а люди в комментариях, три или четыре человека написали, это же Гринчик, как у вас дела, куда вы пропали? И вот, представляете, может, все-таки уговорю продолжить снимать. Ну да, буду скоро работку искать. Тоже, наверное, интересно, как будет проходить интервью. Всё. Да в целом про жизнь в Америке, про дом. У тебя это, образование несколько, язык подвешенный, ты красиво говоришь, так что я тебе место на YouTube. Я посчитала, что я в общей сложности училась 11 лет после школы. После школы. Как-то яблочко от яблоньки далеко откатилось. Я учиться не люблю. Ну, у тебя другие таланты. Не бывает же, знаешь, мы же не ксероксы, как бы мы же не копируем. Да. Я больше, какая душа придет. Я больше бизнес-человек. Я люблю завести свой бизнес и развивать. Ну, если будут еще какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Я приеду и расскажу. Да, по-моему, да, все спрашивали про дом. Ну, еще спрашивали, как искали дом. Ну, это тоже такая еще тема. Это слушайте, это много лет было. Да, как искали дом, как покупали, весь вот этот процесс, как выглядит в Америке покупка дома. Вот, от покупателя. В целом, это же не было больно. Это всегда страшно и непонятно, когда ты начинаешь. Но вот здесь американцы говорят step by step. Что для этого нужно? Шаг за шагом. То есть маленькие шажочки. Можешь вкратце просто сказать? Значит так, первое, нужно найти landlord компанию. То есть мы не у банка брали деньги, а у такой компании-посредника. Мы заполнили все документы, отправили им наши таксы, налоги, переводи, пожалуйста, наши зарплаты. Они посчитали, сказали, на какую сумму мы можем рассчитывать. И мы посмотрели, ну да, в принципе, в Эшвилле мы не могли купить дом, и здесь, в Южной Каролине, это было возможно, поэтому мы стали искать дом. Потом ты его находишь, дом, который тебе нравится, подаешь заявку, оффер, так сказать, и продавцы либо принимают, либо там уже идет игра, и все это происходит, у тебя нет никакой связи с продавцами, все идет через посредника, через риэлтора. И когда уже вопрос решен, они говорят, да, хорошо, мы согласны, потом заполняешь много-много-много документов, и еще все это онлайн, все это идет подписка, пересылание всех этих документов. Потом у адвоката встречаешься, это называется closing, то есть когда сделка закрывается, ручки пожали, поздравили друг друга, взяли ключики, ну вот так коротенько покупается дом. И нужно вносить первый платеж некий. Да, это процент. Тоже на closing, да. Примерно какой процент? 10%? Нет, может, 5% от да, у нас всего. Было меньше, у нас было 5%. Ну, вот так вот, вот такой процесс. Да. Покупки дома в Америке. То есть там зависит, если твой первый дом, то это меньше. А если уже не первый, там повыше немножко вот этот процент, который ты вносишь как залог. Окей, хорошо, спасибо за информацию. Я думаю, многим это будет полезно. Да, пожалуйста, обращайтесь, если что-то интересно. Обращайтесь к риэлтору Ирине. Я даже как-то и задумалась. Что, кстати, может, хорошая работа. Я очень люблю работать с людьми, я очень люблю объяснять, рассказывать. Мне очень нравится делать людей счастливыми. Вот. А вдруг у тебя такое призвание, пока знаешь? Так, да. В Беларуси разводила собачек. Я работала в научно-исследовательском институте животноводства Шодина, младшим научным сотрудником. Поэтому как бы наука моё всё. Какая у меня мама? Да, а я занималась собачками в Беларуси. Я разводила кошечек и собачек. И теперь вот дом купили, я как-то заскучала, очень хочется. Вот сейчас собаку. Мы тебе купим собачку, мама. Сейчас мы поедем тебе. Да, да. Я теперь выбираю собаку по душе. У меня были таксы. Ну, к сожалению, сколько я не смотрю, таких такс здесь нет, как у меня были. Такие, ну, высокопородные собаки здесь такие. Загадочные помеси, маленькие такие. Ну, не, в общем, не нравятся мне таксы американского разведения.
Я не нашла стандартную таксу красивую, поэтому я так посматриваю вокруг, смотрю разные другие какие-то породы. Иногда бывает не столько важно породу, сколько вот бывает собака тебя выберет и все. Да. В общем, все, мы поехали выбирать собачку, смотреть, присматривать. Смотреть пока, да, ёкнет или не ёкнет. Но сначала я хочу вам показать один прикол. Лаунж Ильи в гараже. Man cave. Man cave, это как это, мужская пещера. Пещера. Как мужчины вот любят, знаете, гараж, и как они там себе все обустраивают. Вот, Илья, привет, хочу показать твой лаунж, зону твою. Вообще, это типа гараж. Но гараж у нас, так как он один на все, выполняет сразу много функций. Это гараж для машины вот тут. Вот тут. Да, тут вот садовый инвентарь, тачка. Здесь еще склад неразобранных запасов. Вот там я сделал стиралку и сушилку. Кстати, они сделали комнату, где должна быть стиралка и сушилка, да. Они сделали как комнату. Там типа такой небольшой офис. Очень удобно, хорошая идея. Да, комната, короче, за гаражом была комнатка, где они сделали стиральную комнату. Но я перенес сюда все трубки и перенес сюда машинки. Ну, между прочим, нормально было получиться. Все равно здесь ничего особо не сделаешь. Поэтому здесь получилась стиралка и маленький такой верстачок. Но самое главное, прикольная достопримечательность нашего гаража. Нашего дома. Вот моя, вот эта лаунж-зона. Я когда это увидела вообще. Ну, все дела. Посмотрите, полочки, цветочки. Кальян еще можно сюда, вот у меня стоял, просто вынесли наружу. Просто он исполняет функцию. Там. Да, еще у меня получается будет такая штука. Вот она стоит, ее надо собрать. Такая конфетка. Столик. Сюда ложишь. Вообще. Вот, ставишь такой столик, вот подушечка. Сейчас, Илья, у тебя появится много друзей, которые захотят тебе приехать в гости. Так, ну, да, красота, красота. Здесь еще есть одна штука, которую тоже надо вам показать. Помимо всего прочего. Здесь у меня есть свой собственный независимый мини-бар. Независимый. Пожалуйста. В холодильник сюда можно загрузить сало с огурцами, а сюда можно загрузить водку, чтобы она, значит, мерзла. Короче, вам можно сдавать этот гараж вообще-то. Так что, если как жилая зона. Если кто-то застрял в районе там Шпартенбург, вы стреляете. Лаунж-зона имеется с холодильником, стиралками и да, совсем нужным. Да, мы не возьмем покосить что-нибудь там. Ну хорошо, прикольно, прикольно. Ну вот, между прочим, есть еще люк наверх. Да, если уже совсем там хочется сбежать. Да, и ушел в другой мир. Да, ну хорошо. Пишите в комментариях, как вам такой гараж. Так все аккуратненько обустроено. Все функционально. Еще есть за $150 продается набор эпоксидного покрытия для гаража. Я хочу купить его. Покрыть эпоксидкой. И будет такой блестящий, сверкающий пол. Вот, с вкраплениями мраморной крошки. Я там вам океан сделаю еще смолой. И вообще тут будет. Можно будет музей делать. Да. Ну, прикольно, прикольно, да. Хорошо, все, едем уже по нашим делам дальше. Да, погнали. Ну что, мы уже выехали, мы уже в пути, но остановились тут. У мамы с Ильей был appointment на массаж именно сегодня, поэтому мне нужно будет их часик подождать. Но это не страшно, потому что я всегда вот в наушнике, с монтажом, я всегда в монтаже. Это мое естественное состояние. Вот, так что мне все равно сделать монтаж, где сидеть, лежать или стоять. Вот, так как у меня еще два канала, так что всегда в монтаже. Там есть кафе, вот, там название его. Но я посмотрела фотки, как-то внутри оно не очень презентабельное. Я не очень-то голодная, кофе у меня вот есть с собой, так что я, наверное, посижу в машине. Мама говорит, тут жарко. Я говорю, мам, я жила в Майами. Мне больше нигде не жарко никогда. Там реально как сауна. Вот здесь сейчас 90 градусов. Это не те 90 градусов, которые в Майами. Майами – это сауна реально. Там влажность, душность, вот это вот мокрый воздух, которым невозможно дышать. Вот это реально ужасно. А когда вот ветерок дует, он свежий, он все равно он есть. Есть ветер. Есть, когда вот подышать можно. Так что мне очень комфортно климат, температура, я хотела сказать. Здесь температура мне очень комфортная. Вот.
Так что ждем и отправляемся уже смотреть собачек в питомник, наконец. Смотрите, какие у людей территории. Представляете? Наверное, с возрастом понимаешь их ценность. Иметь свою такую большую территорию. Ну, по звукам понятно, что мы приехали. Вот кеннел. Вон уже эти собачки. Смотрите, какие прикольные. Привет, собаки. Ой, мой собак недоволен. Ух ты! Ух ты какой! Ну, симпатичные. Они всегда шоколадные. А какие вы смешные! Не подходит, главное. Ходи! Непонятно, это щенки или это уже взрослые собаки? Не подходит. Вот я говорю маме, что я вот с такой собакой ее вижу, а вот с пуделями что-то не особо. Ой, Эрен мой сейчас и зайдется там. Смотрите, это внутри этого кеннела. Ничего себе. Да. So, what about this one? It's girl or it's boy? It will be it is a girl. It's a girl. Okay, this is from Jasmine. No. Покажи. Ой. Они маленькие такие хорошенькие. А потом такими конями вырастают. It's a месячная там же. Yes, that's from Jasmine. Never this is from Jasmine. Привет. Ну, красивые, у них такие глаза красивые. So cute. Играются. Мне так нравится, что они коричневого цвета. Вот так вот сидят собаки, но, наверное, у них есть там выход на улицу. Привет. Ой, там что, щенки еще? Привет. Да, вот это питомник. Brock Francis. They're also like a bird dog. They live, but they're pointer dogs, so they'll find the bird. Right now, okay, it's like a not so big. I thought it's bigger, no? This one is not quite. Вот так они живут. She'll probably put another couple pounds on it. Да, конечно, жалко, в каких условиях они живут, но такой вот питомник. Ой, ты бедная. Скучно тебе, да? Скучно, маленькая. В общем, у них такая вот территория, видите, сзади они гуляют. Вот в таком домике они живут, у них там есть территория. Я надеюсь, что они там гуляют все. Убегают на территорию, да. Вот эти малыши, они выпускают по очереди, он сказал. Чтобы они все побегали. В общем, маме порода понравилась, но она хочет взять именно щеночка, чтобы прям вот маленький-маленький был, самой не взрослый. Вырасти, да, взрослого. Вот. Даже мне понравилась эта порода, может, я бы там после Эрена когда-нибудь... бы и задумалась бы, хотя я не особо собачница, но у них такие глаза пронзительные, прям ходишь им, они так глаза, душу, да, в душу смотрят. Прямо смотрят, невозможно отойти, хоть ты не смотри на них. Особенно из клетки, да? Из клетки эти глаза, я не могу. Собачки, да? Да. И носы. Да. И носы, и глаза. Ну, у них же есть куда побежать, просто что да. Они сюда выбежали. Нет, их выпускают по очереди, да, по несколько штук, чтобы они каждый из них побил. Да, их выпускают, все, так что в нормальных условиях они, в принципе, не так страшно. Содержат, не так, да. Дома, но не сильно. Как, короче, как лошади. Не погремел. Да, ну, в общем, мама, что ты решила? Нравится тебе, не нравится? Ну да, нравится. Будешь ждать щеночка или... Да. Пока доедем, подумаем, обсудим. Да, получается, надо исполнять форму. Можно назвать цену за щеночка? Цена за щеночка 2500. 2500 стоит данная... Породистая собака. Данная радость. Но это, хочу сказать, это еще дешево. Потому что собаки здесь могут стоить по 6000 и по 5. Да, да. Вот, так что, знаете... Ой, еще очень прибыльный бизнес. Представляете, у них столько собак, столько щенков. Вот эти мальчики пятимесячные стоили 1200. Угу.
Если уже взрослые, то да, 1200, вот щеночки 2500. Они, в общем, зависают. Вот такой это... вам заповедник показали. Питомник. Ну что, мы уже приехали ко мне домой. И скажи, пожалуйста, свои впечатления об этой породе. И как ты вообще нашла эту породу? Ну, я впервые вообще увидела эту породу. Порода называется Бойкин Спаниель. Вот. Интересные собачки. Этот удивительный такой шоколадный цвет. Они всегда шоколадного цвета. И у них очень светлые янтарные глаза. И вы знаете, когда эти собаки смотрят, они как будто смотрят вам в душу. Да, Вера, согласись? Угу. Такие глаза вообще. А где была выведена эта порода? Собака мне очень понравилась. Щенки понравились. Мне дали еще маленькую подержать. Ну, вообще, такие впечатления. Вот, ну, вот, да, склоняюсь я. Собачка эта была выведена, это вообще новая порода, Бойкин Спаниель, ей меньше 100 лет. И она была выведена, вы не поверите, в Спаттенбурге одним товарищем по фамилии Бойкин. И у меня есть подозрение, что, возможно, он русский, белорусский кто-то, ну, Бойкин, да, фамилия. Он выглядит так по-нашему. Вот, да. Мужчина охотился, и он нашел какую-то собачку шоколадного цвета. И стал ее тренировать, она была очень умная, стал с ней охотиться. И она показала настолько прекрасные результаты в охоте, что он взял эту собачку и начал приливать кровь других пород, там американский, английский, кокер-спаниели, ретривер и еще какая-то водяной спаниель американский. Вот. И в итоге получилась вот такая порода, ее называют Бойкин Спаниель. Ну, в общем, она считается охотничья порода, с ней охотится на птицу. Потому что брать лабрадора, ретривера, например, в лодку, они тяжелые. Поэтому вывели такую породу немножко поменьше. Ну что, тебе понравилось? Берем. Ну, как оказалось, у них щенков нету. Они все зарезервированы, да? Да, уже все раскуплено. На сайте было показано, как будто есть. Когда мы приехали, оказалось, что нет. Им нужно становиться в очередь. Вот, и, кстати, в другом питомнике, в одном я смотрела, вы не представляете, но там очередь 2 года, чтобы дождаться щенка. Поэтому Вау. Здесь, если я несколько месяцев подожду, это будет круто. Очень большой спрос почему-то на этих собак. И эта собака считается собакой штата Южной Каролины, она назначена. Поэтому, ну вот удивительно, как я переехала в этот район, Спаттенбург каунти, и встретила собаку породы, которая именно считается здесь выведена. И, ну, в общем, все произошло каким-то удивительным. Да, вот видишь, твой новый левел. Ну, хорошо, все, мы уже будем прощаться с мамой, с Ильей уже. Буду я одна завтра, так точно. Да, привезли уже Веру. Да, все, мама поедет домой. Так что будем прощаться. Все, поехали мои. Буду одна. Сегодня один день, так точно, там посмотрим. Малышка, ты рада, что я дома? Рада тебе, попугай усики подрезал, да? Пока ты спишь, себе попугайчик усики отколупливает. Такая деловая. Ну что, ребята, буду я заканчивать этот влог. Он получился довольно-таки большим. Информативным, но следующий будет не менее интересный, потому что прилетает Татьяна завтра, и послезавтра мы сразу едем снимать дома. Так что покажу вам, может быть, небольшой бэкстейдж, я его так называю, бэкстейдж со съемок, а потом в субботу мы едем с родителями в небольшое путешествие в штат Теннесси. Все потом вам подробнее расскажу. Вот, на сегодня это все. Всем пока. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Я буду очень рада вашей обратной связи. Вот. Все. Всем пока.